Это свежая подборка с новыми и классными товарами для настоящих мужчин, независимо от профессии, стиля и увлечений. Эти штуки понравятся всем. Спасибо вам за лайки и приятного просмотра! Улучшенный торнадор – это универсальное устройство. Его основное назначение – чистка поверхностей салона автомобиля, текстиля, кожи, пластика. Также он с успехом может использоваться для чистки стекла, резины, труднодоступных мест кузова и даже примятия двигателя. Хотя я ими и диваны чистил, он очищает круто. С помощью реверсного крана можно включить подачу раствора для чистки и воздуха для тщательной очистки поверхности и подачу только воздуха для чистки или просушки поверхности. Некоторые модели торнадора имеют возможность подключения к пылесосу. При этом загрязнения не скапливаются на воронке, а сразу отправляются в бак. Такой аппарат лучше всего подходит для очистки текстильных покрытий на полу. Там обычно накапливается много песка, который может разлетаться при чистке простым торнадором. Разгрузочная система разработана для специалистов, которые много времени проводят на стрельбищах, инструкторов, военных, спортсменов и любителей. Минималистичная, симметричная, может вместить основной набор магазинов, дополнительные патроны, инструменты, фонарик и так далее. Все, что вам необходимо под рукой на тренировке. Особенность ее в том, что она универсальная, съемная, регулируемая H-образная подвесная система плечевых лямок с поясным фиксатором. Три панели для персонализации, двойной подсумок вставка для двух магазинов АР-АК и еще много там особенностей и плюшек. Подошва на плиткорез для зачистки плиточных швов. Каждый мастер стремится, чтобы его электроинструмент работал еще точнее, быстрее и качественнее. Но даже если у вас тщательно подобрано оборудование и инструмент, этого еще недостаточно. Необходимо приспособление, позиционирующее инструмент относительно материала. И такая подошва применяется для прямолинейной резки листовых строительных материалов, таких как керамическая плитка, керамогранит, гранит, мрамор и сталь листовая. Подходит для большинства УШМ. С ней будет в два раза меньше сколов в сравнении с резанием без слайдера. Она всегда под прямым углом будет резать прямолинейные ровные резы, и с ней вы сможете сделать повторяемую глубину. Удобная и безопасная работа. Легкие и удобные зимние тактические ботинки отлично подойдут как для несения военной службы, так и для повседневного использования и туристических походов. Изготовлены ботинки из натуральной кожи нубука со вставками ткани кордура. Внутренняя подкладка – натуральный мех из овчины. Подошва клеепрошивная, выполнена из термопластичной резины, оснащена системой быстрой шнуровки, усиленная пятка, подносок и шнурки. Титановое кольцо на ключи – довольно прикольная вещица, которая придаст стиля и будет отличным органайзером для ваших ключей. Выглядит круто и брутально, да и вообще вещь достойная. Зеркало-видеорегистратор. Даже такая привычная деталь салона автомобиля, как зеркало заднего вида, перешла в эпоху цифрового развития. Видеорегистратор Xiaomi 70 May Review Dash Cam White в режиме реального времени показывает обстановку на дороге как спереди, так и сзади. На качество изображения не влияет мощный свет фар, неблагоприятные погодные условия и блики солнца. Главная отличительная черта видеорегистратора – диагональ экрана, который составляет 9,35 дюйма на IPS-матрице. Угол обзора достигает 130 градусов. Внутри установлен двухъядерный процессор. Разрешение дисплея достигает 1920 на 1080 пикселей с кодеком H265. Поддерживается автоматическая настройка яркости. Видеорегистратор представляет пользователю возможность подключения второй камеры и одновременной съемки с помощью основной камеры и камеры заднего вида. Обеспечивается запись видео без задержек. Прибор получил модуль Wi-Fi для соединения со смартфоном, голосовое управление, датчики удара и парковки. Имеется встроенный аккумулятор на 470 мАч. Можно также использовать карту памяти от 16 до 64 ГБ. Универсальный пылеотвод для УШМ. Для того, чтобы просверлить отверстие в стене и не засорить дом пылью, обычно нужен пылесос и два человека. Эта штука ломает этот стереотип и позволяет одному справиться с пылью, при том, что стоит она копейки, а ее установка не займет много времени и сил. Как видно из видео, она крепится к стандартному кожуху УШМ, подключается к ней пылесос, и теперь есть возможность работать на объекте с комфортом. Вещь интересная, полезная и дешевая. Думаю, стоит внимания людей, которые работают с УШМ при резке и шлифовке бетона и не только.
набор токарных инструментов по дереву. В отличие от режущего инструмента из инструментальной или быстрежущей стали, токарные резцы и с карбидными вставками позволяют сохранить остроту режущей кромки в десятки раз дольше, при этом ее твердость в два раза больше. Вставки имеют несколько сторон, которые можно вращать. Когда лезвие затупится, просто разверните вставку на новую сторону. Место входа нержавеющего полотна в алюминиевую рукоять имеет квадратное сечение, что за счет ребер лучше, прочнее и надежнее, чем у резцов с круглой державкой. Комплект поставки включает в себя 4 токарных резца со сменными пластинами из твердого сплава, 2 алюминиевых рукояти синего и желтого цвета, 6-гранный ключ и алюминиевый чехол с поролоновой вставкой. Удлинитель для распылителя значительно облегчает покраску при использовании в труднодоступных местах. Вам остается забыть о беготне по лестнице и по лесам вверх-вниз. Удлинитель может использоваться в комплекте с поворотным механизмом для покраски в труднодоступных местах, а также с набором для окраски углов, который можно найти по ссылкам ниже. Удлинитель – это удочка, позволяет окрашивать удаленные поверхности. Рекомендуется использовать эту удочку совместно с поворотным соплодержателем. Удлинители для окрасочных пистолетов бывают разной длины. Это все зависит от нужного вам расстояния. Самые распространенные удлинители – это 50, 100 и 150 сантиметров. Есть возможность соединять удлинители между собой. Например, из двух удочек по 50 сантиметров можно получить одну метровую. Новый рюкзак серии Xiaomi Beoborn. Удобный, водонепроницаемый деловой рюкзак из искусственной кожи для ноутбука 15,6 дюйма. Городской рюкзак с инновационным дизайном, который открывается на 180 градусов. Благодаря прочной конструкции и современному дизайну, он понравится многим пользователям, которые живут прогрессивным стилем жизни. Выполнен в черном цвете и отлично подходит для переноски ноутбука с диагональю до 15,6 дюйма. Его отличительной особенностью является возможность открытия на 180 градусов. Рюкзак произведен с точным расчетом внутреннего пространства. В нем идеальное сочетание твердых и мягких материалов, использованных при производстве. Создается впечатление стиля и смотрится очень современно и свежо. Удобство ношения рюкзака обеспечивается S-образными лямками с узкой посадкой. Лямки выполнены из трехслойного материала и при этом отлично пропускают воздух. Ручка рюкзака выполнена также из трехслойного материала. Стоит отметить, что рюкзак является полностью водонепроницаемым, а его молнии не только красивые, но и безопасные. И также не пропускают воду благодаря специальным накладкам сверху. Водонепроницаемый комбинезон. Основным фактором удачной охоты или рыбалки является надежная экипировка, способна обеспечить комфорт при любых условиях. Такой костюм от дождя – это идеал сочетания качества и практичности. Он не сковывает движений и позволяет чувствовать себя свободно и легко. При пошиве изделия использовался полиэстер с ПВХ-покрытием, обеспечивающим износостойкость и надежную защиту от неблагоприятных погодных условий. Экипировка в течение длительного времени сохраняет тепло, поддерживает температурный баланс. Застежка на молнии легко и комфортно движется, что позволяет легко и быстро переодеваться в суровых условиях. Эластичные лямки дают возможность для корректировки размеров костюма по собственные параметры. Крутая машинка для стрижки волос, предназначена еще и для стрижки бороды, для моделирования бороды и любой другой стрижки. Работает от литиевой батареи, емкость которой 1200 мАч. Время полной зарядки составляет 3 часа, а время непрерывной работы 300 минут. Благодаря острому лезвию использование данной машинки безопасное и не повреждает кожу. Отличается прочным корпусом, устойчивым к воздействию вибрации, низким уровнем шума, стильным дизайном, плавным ходом острых лезвий, удобством и длительным сроком эксплуатации. Ход очень плавный, лезвия выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает максимально долгую остроту и комфортность использования. Это великолепный подарок близким и, конечно же, себе любимому. Интересные дюбели для гипсокартона называются «бабочка» и вставляются в отверстие в ГКЛ. И при вкручивании винта дюбель расширяется в пространстве за листом. Бабочка для гипсокартона – это наиболее популярная среди всех остальных вариаций дюбеля для работы с гипроком. Крепеж ГКЛ с помощью такого необычного дюбеля могут проводить не только профессионалы высокой квалификации, но и любители. Остальные виды не пользуются такой популярностью, хотя конкуренция имеет место. Электрический домкрат, винтовой с электромотором и редуктором для автомобилей до 1,5 тонн.
Питание мотора 12-14 вольт. В комплекте есть переходник крокодил для аккумуляторных клемм и пульт управления. В целом электрический домкрат вещь прикольная и очень даже будет в тему при ремонте, особенно если у вас старый аккум, который не держит. В общем, вопрос может быть спорный насчет электродомкрата, но в целом интересно. Полностью металлический ремень. Аксессуар для настоящих мужчин. С ним вы почувствуете себя сильным, уверенным и практически неуязвимым. Надев этот ремень, вы знаете, что под рукой эффективное оружие для самообороны. Представьте, если пересечь по спине таким ремнем какого-то гопника. Вон будет удивлен, это точно. Ремень выполнен из нержавеющей стали, покрытие тщательно отполированное, а потому металл смотрится довольно элегантно. Такой ремень у нас не купить, так что оставлю ссылки на Али. Я бы хотел себе такой ремень в обиход, я после болезни похудал, и одев такой ремень, хоть ветром сдувать не будет. Ну вот пока все, смотрите другие мои интересные ролики, там много полезного и увлекательного. Кстати, напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего из этой мужской подборки. Мне лично стальной ремень показался крутым и прикольным, а вам? Спасибо вам за просмотр и за лайки, будьте все здоровы и увидимся!